Самые дорогие роботы в аренду. Сейчас в аренду сдаются любые типы роботов, начиная от пылесосов за 500 рублей в день, заканчивая автоматическими машинами для сноса зданий, которые могут стоить десятки миллионов. Поэтому обзор сконцентрируется на роботах, арендуемых для мероприятий, вечеринок, конференций и других развлечений. Самые дешевые роботы для этих целей могут стоить 2-3 тысячи рублей в день, средние около 40 тысяч рублей за такие модели, как Кики, Промобот или Эрбот, а самый дорогой – 1,5 миллиона. Вот о самых дорогих и что они умеют, мы расскажем. Причем большинство из них не являются андроидами. Надо отметить, что в условиях нестабильности экономической ситуации рублевые цены могут на практике и со временем повышаться. Поэтому здесь указана приблизительная стоимость аренды за один день и без учета доставки. Номер один. Рим Си от 1,5 миллиона рублей в день. Рим – самый продвинутый и дорогой андроид в аренду или продажу из производящихся серийно. Корейцы, японцы и американцы активно занимаются разработкой современных роботов. Но первыми андроидов в серию выпустили неожиданно испанцы из компании PAL Robotics. Стоимость робота обусловлена не только его техническими возможностями. На каждую аренду вне Испании его привозит целая команда с оборудованием из Барселоны. Рим – это андроид ростом 165 сантиметров. Он умеет шагать, обходить препятствия, распознавать лица, поднимать руками вещи. А заряда хватает на 2-3 часа активности. Если вскоре появится продвинутый искусственный интеллект, который можно будет установить на компьютер этой модели, получится первый осознанный андроид, как их описывали фантасты. Однако в данный момент готовится к серийному выпуску не менее 10 полноценных андроидов, так что интрига, предвкушение и конкуренция сохраняются. Робот номер два – Трал. 500 тысяч рублей в день. Трал – это охранный многофункциональный робот российского производства. Аналогичные модели существуют во Франции, ОАЭ и других странах, но они стоят несколько дороже. Обычно Трал арендуют для охраны больших территорий, чтобы протестировать его возможности, а потом, если понравится, купить. На массовые мероприятия его заказывают с целью охраны. Он может заменить группу человеческих security, неутомим, видит в темноте лучше, чем люди, оснащен различными системами распознавания угрозы, включая инфракрасные и ультразвуковые сенсоры, обладает высокой проходимостью, может работать автономно в полной темноте и никак себя не обнаруживать, потому что, скажем, людям нужны фонарики для патрулирования. 3. Развлекательный манипулятор Кука. 500 тысяч рублей. Кука – это промышленный робот. Здесь упоминается его модификация, созданная для мероприятий. Эту версию можно запрограммировать на игру в настольный теннис или баскетбол. Существуют развлекательные манипуляторы от других производителей, например, Universal для логических игр или шахмат. Они меньше размером, стоят в аренду дешевле. Если перечислять все, они займут десятку самых дорогих, так что остальные промышленные роботы для развлечений подразумеваются, но не упоминаются. Все варианты по арендным роботам можно посмотреть на сайте arendarobota.rf. Номер 4. Робобар. 450 тысяч рублей. Робобар подает коктейли. Роботизированный комплекс оснащен дисплеем, в котором можно выбрать напиток из меню. Робот приготовит и за минуту подаст желаемое. Хорошо смотрится в холле и привлекает внимание. 5. Робот-вратарь. 300 тысяч рублей. Робот-вратарь представляет собой комплекс, состоящий из футбольных ворот, ограждения, напольного покрытия, освещения, автоматизированного вратаря. Человек подходит и пытается забить мяч в ворота. Можно выставить разные уровни сложности. При самом простом забить мяч сможет даже ребенок. Сложный уровень с трудом пробивают опытные профессионалы. Игра, где присутствует азартная составляющая, где надо победить робота, считается одной из самых популярных на любых мероприятиях. 6. Робо-ЗАГС. 200 тысяч рублей. Робот представляет из себя ширму с дисплеем, на котором отображается лицо, задающее каверзные вопросы и сканируя, подходят ли люди друг другу. Он же фотографирует, дарит кольца и выдает свидетельство о браке.
Конечно, юридически эта церемония силы не имеет, но она помогает проверить свои чувства. Шутливое бракосочетание нравится тем, кто еще не готов для традиционной свадьбы. С помощью этого робокомплекса 1000 пар заключили виртуальный брак. Робот номер 7. Пеппер. 195 тысяч рублей. Наконец-то обзор вернулся к андроидам. Сегодня Пеппер – один из самых продвинутых роботов в мире. Благодаря HD-камерам и датчикам расстояния андроид распознает окружающую среду. Вместо ног у гуманоидного робота небольшая колесная платформа. На груди закреплен 10-дюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия. Сфера его применения достаточно широка. Вы можете поручить ему рассказать о новых гаджетах в магазине электроники, встретить гостей в отеле, провести презентации, экскурсии в музей или просто развлечь людей, запустить новый продукт, встретиться с клиентами или технологический семинар. Пеппер поможет сделать мероприятие инновационным и уникальным, а гости будут в восторге. Робот номер 8. Теспиан. 180 тысяч рублей. Теспиан может менять мимику лица и голос, приветствовать гостей, узнавать людей, повторять их движения, определять пол и настроение собеседника, рассказывать истории, читать стихи, показывать презентации и играть как настоящий актер. Теспиан может быть запрограммирован на любую творческую и образовательную деятельность. Андроид управляется с терминала, оператор осуществляет прямой контроль, в том числе удаленно. Но и сам по себе робот способен взаимодействовать с людьми, беседовать, поворачиваться к гостям, пародировать их. Теспиан может повторить за вами фразу, ответить на простой математический вопрос, дать определение слову по просьбе, принять какую-нибудь позу или даже заучить новое словосочетание. А еще ему отлично удаются сценки из фильмов. Робот номер 9. Роботоп. 150 тысяч рублей. Роботоп – единственный ненастоящий робот в обзоре. Но это не какой-то дешевый латексный костюм, а продвинутый экзоскелет 3-метрового роста, внутри которого находится оператор. Во время движения издает роботизированные звуки, обладает подсветкой. Говорит как робот. Производит настоящую сенсацию и фурор своими размерами и тяжелой поступью. Робот умеет функционировать без оператора, говорить, поворачивать голову, но при этом не ходит. В таком случае его ставят в фотозоне или на велкоме, где машина приветствует гостей. Номер 10. Роботы-музыканты. 125 тысяч рублей. В комплекте 3 робота человеческого роста в дизайне киберпанк. Они умеют только играть музыку. Либо встроенный репертуар, либо загруженные мелодии по согласованию с организатором мероприятия. Существует совсем мало музыкальных робоколлективов, поэтому это трио неизменно привлекает интерес, симпатии и внимание. Резюмируя, в обзоре не упоминаются дублирующие друг друга модели, так что роботов и роботизированных решений для мероприятий существуют сотни. Здесь демонстрируется разнообразие рынка роботизированных решений для жизни, развлечений и бизнеса. Например, аналогами робокостюма Роботоп являются R1, Титан или Алёша. Андроидов до 100 тысяч рублей, которые не попали в обзор, потому что не являются самыми дорогими, на рынке гораздо больше. Это корейский Фура, российский Промобот, китайский CSJ, французский Хоуп, индийская Митри. Возможно, в другом обзоре будет перечислена десятка самых недорогих арендных андроидов и их возможности. Все варианты по арендным роботам, их возможности, функционал, отзывы, видео, описание можно посмотреть на сайте arendarobota.rf.